Так павялося, што беларускія коні ў асноўным рабочыя. І падромы, скачкі, гэта можна сказаць не пра нас. Мы больш па частцы конікаў воз ці калёса загпрэгчы, вадзіць каня з плугам або бараной. Нам не да забавак. Гісторыя беларускай конегадоўлі практычна адсутнічае. Яшчэ дзякуючы пісьменніку Уладзіміру Караткевічу мы ведаем аб нейкай мясцовай пародзе коней з дзіўнай назвай дрыгганты. Іх ён згадвае ў сваім знакамітым дзікім паляванні караля Стаха. Гэта былі сапраўдныя палескія дрыгганты, парода ад якой зараз нічога не засталося. А так быў бы і ў нас свой конскі брэнд, як у расіянаў арлоўскі рысак. А вось і падромы у нас былі і дзейнічалі даволі паспяхова. З'явіліся яны ў першай палове 20-га стагоддзя і да другой сусветнай вайны дзейнічалі ў Гродні і Гомелі. Гомельскі падром захаваўся дасюль, стайні таксама. І рысакі, відаць, нагулялі апетыт. Час сілкавацца. Смачна есці, Сігмушка. Ой. А пачалося ўсё з князя Івана Фёдоровича Паскевіча. У пачатку 19-га стагоддзя граф Паскевіч Рыванскі, князь Варшаўскі, стаў уладальнікам мястэчка Гомель, дакладней часткі яго, набыўшы рымянцаўскую сядзібу. Князь Паскевіч толку прыгожых ландшафтах ведаў, і месца, абранае ім для размяшчэння княжацкіх стайняў, даводзіў да ладу. Пабудаваў тут гаспадар горада Гомеля цэлы канюшнівы гарадок, бо коні тады былі вялікай каштоўнасцю. Дарога, якая вядзе да горада, была абсаджана дрэвамі. Зялёная зона танула ў кветках. У пейзаж арганічна ўпісваліся цэркаўка ды млын, якія, на жаль, не захаваліся да нашых дзён. Аднак многія кампаненты фальварка як на далоні. Гэта і падром, стайні, часткова захавалася ліпавая алея, каскад вадаёмаў, незабыўныя па прыгажосці месцы. Пазней з надыходам рэвалюцыі стайні выкарыстоўваліся па прамым прызначэнні кавалерыйскімі войскамі Сямёна Будзёнага, і пасёлак гэты сталі называць Будзёнаўскім. На свае святы кавалерысты звычайна ладзілі паказальныя спартыўныя выступленні, а з 1921 года ў Гомелі існаваў конны завод рысістых коней. Сам Будзёнаў падпісаў прыказ на аснаванне конзавода. У 22 году в начале года поступило 30 голов маток разных пород и 5 жеребцов. В дальнейшем к концу года поголовье уже достигло 60 голов. Это были породы как рысаки, так и верховые, и в том числе были тяжеловозы. Так как в то время было перспективно были бега, и были очень многие подробных лошадей. Поэтому коннозавод перешел на выращивание русского рысака. Лошади наши выставлялись на ДНХ, и лошади бежали. То бишь лошади имели экстерьер. Правда, в то время еще очень мало было элитных лошадей. А давайте вспомним призовых жеребцов. Гордость завода. Я не хочу о них даже о всех говорить, потому что это времени очень много надо. Во-первых, конзавод был здесь периоды довоенные, здесь свои лошади одни, которые, как говорится, бежали на подромах и все. До войны конзавод уже как бы достиг показателя, и кобылы были 54 головы маточного поголовья русских рысаков уже было, и 5 жеребцов. Все было наработано, но во время войны заводы эвакуировали. Он ушел на Урал. За поголовье 95 маток отсюда было эвакуировано. Но лошади были хорошие, поэтому они остались там, где, как говорится, пришли, туда и остались. По-новому формирование было конзавода в 1944 году. Из Будапештского ипподрома сюда привезли 36 голов. Это уже были американская рысистая порода. И один жеребец. Жеребец Poplar Hill, то бишь по-нашему это был повторный, минута 59 резвость. Mm-hmm. Да. Он испытался в Финляндии, ну и вот из этого поголовья уже опять начался конзавод. На гомельском конезаводе есть одна цікавая история. Размова идет про коня по минушце Листопад. Гэты конь был рекордсменом у самых престижных спаборництвах. Его имя грукатало на ипподромах Москвы, Киева, Венгрии и Финляндии.
У 1984 годзе лістапад перамог ва ўсесаюзным дэрбі. Інакш кажучы, стаў чэмпіёнам Савецкага Саюза. У знак ягоных заслуг конны завод быў прэміраваны аўтамабілем «Волга» і пераходным чырвоным сцягам Савета міністраў СССР. Гомельскі конны завод нумар 59 красаваўся на ўсесаюзнай дошцы гонару і наогул быў адным з лідараў у табелі аб рангах шматлікіх конных заводаў Савецкага Саюза. Гэта не адзіная перамога лістапада. З 83 выступленняў ён 34 разы прыйшоў да фінішу першым. Заняў платныя месцы ў прызах Хунгарыя ў Венгрыі. Быў удзельнікам прыза «Залатая падкова» ў Фінляндыі. Пералічваць яго шматлікія рэгаліі прыйшлося б занадта доўга. Што да найсучаснай гісторыі завода, яна бачыцца такім чынам. Конзавод – это, опять же, три направления, потому что рысаки у нас не имеем ипподрома. Рысаки у нас как генофонд содержится, есть очень хорошие матки, жеребец производителя у нас был. Брайтон Ирли, минута 56, американец, для улучшения резвости мы брали. Есть же ребята от него, как говорится. И русская тяжеловозная порода у нас, она пользуется спросом у населения, поэтому мы ее как бы продолжаем разводить. И также еще третье направление – это верховое, потому что нынче в спорт больше, как говорится, планируют верховых. Там и трейборья, и конкуры, и выездка, все как бы это. На данный момент у нас это тоже отделение очень неплохо развито. У нас 80 с лишним голов. Завезли жеребца с Германии, Ганновера, Сент-Мориса 2008 года. С 2013 года у нас уже от него жеребята. Про американца я слышу. Взяли для улучшения показателей по времени. Немец тоже приехал. Когда наши появятся, скажем так, такие быстрые, шустрые? Ну, на данный материале доморощенные обычно не используются очень широко. Все-таки должен быть, как говорится, привозной. И желательно, не желательно, а очень намного лучше класса. Конны спорт цяпер вельмі папулярны ў Францыі, Фінляндыі і Швецыі. Ёсць там і свае пароды коней. Англічане ганарацца сваёй нацыянальнай пародай, самай хуткай у свеце, англійскі скакавы. Беларусь пакуль у гэтым спісе не значыцца. Можа быць пакуль. Не ўсё ж нам толькі марыць пра свайго сіўку бурку. Жаданіца. Лялька з такой мілагучнай назвай некалі была амаль у кожнай дзяўчыны ў вёсцы. Рабілі яе самастойна з кавалачкаў уласнага адзення. Абавязкова без нажніц ды іголак. Верылі, што такая лялька магла выконваць жаданні сваёй гаспадыні. Дзеля гэтага патрэбна было зрабіць жаданіцы падарунак. Прышыць на сукенку гузік, бусіну ці лентачку. Потым паднесці ляльку да люстэрка, прыгаворываючы: «Глядзі, якая ты ў мяне прыгажуня, а за падарунак выканай маё жаданне». Кажуць, жаданне абавязкова спаўнялася. Аб гэтым павер'і і яшчэ шмат цікавага нам расказалі ў экамузеі «Беларуская лялька», што ў вёсцы Стрэнькі Рагачоўскага раёна. Кукла-колокольчик, кукла добрых вестей. Такую куклу дарілі человеку и желали, чтобы у него были только добрые, хорошие вести. Подорожница, берагиня, неразлучники, зерновушка, Спиридон Солнцеворот. Лялька для наших предков была не просто цацкой, а сапраўдным сакральным предметом. И выконывала самые разностайные функции – от навучальных до магичных. Раньше люди пытались преодолеть какие-то трудности и в помощь себе делали куклы. На все случаи жизни, на все проблемы есть куклы. Такія экскурсіі Вольга Ткачова праводзіць амаль штодня. Знаменальна, што пра музей за некалькі гадоў яго працы ўжо даведаліся не толькі ў Гомельскай вобласці. Пабывала тут і нямала замежных гасцей. Дарэчы, дзякуючы некаторым наведвальнікам пашыраецца і экспазіцыя музея. Например, такая вот кукла, вот подорожница. Это кукла, которую люди нам сами рассказали и попросили. И к нам подошла женщина, говорит: мы собираемся ехать в дорогу, и нам нужна такая кукла. Есть ли она у вас? А мы спросили, как это все делается, вот нам объяснили, и вот мы получили такую куклу.
За час работы экомузея «Беларуская лялька» стало зразумело, это не просто классичная выставочная установа. Музей живы. По-першее, на базе яго існуе гурток, у яким дети вучатся рабіць ляльки. По-другое, у музеи проводятся разнастайные обрады. До прикладу, под час веселья молодые самостоятельно робят тут ляльку неразлучников, каб шлюб был счастливым. И нареште наведвальники могут не просто доведаться об истории белорусских лялек и их призначении, але и набыть одну из них. Мы, когда только начинали, сразу приезжали местные, покупали. Очень часто покупают у нас неразлучников, даже дарят на свадьбу. То есть куклы востребованы. У дальнейших планах супрацовников экомузея «Беларуская лялька» удел у разностайных мероприемствах и выставах по всей республике. А там, гляди, про белорусских лялек стрэнкевских майстрых и во всем свете доведаются. Калисти Беларусь была краиной библиотек. Так писал ведомый белорусский историк Евген Колубович. На 25 квадратных верстах мелася по одной великой библиотеке, окромя дробных книгосборов. Про относины до книг можно мерковать, например, по завершении громадского деяча часов Великого князства Литовского Ежи Зяновича. Ён просил милого сына Миколая и его нашатков берегши библиотеку як особливую каштовность. Не делить ее, а примножать, не раздавать, не позычать книги. А вот князь Федор Паскевич, який имел выдатную библиотеку, не скупился. Ягоная библиотека у Гомельским палаце не была закрытой. И она имела статус публичной установы. Ее послугами могли користаться жихары города. Библиотека Паскевича не соступала сбором Шараметьевых, Юсуповых, Воронцовых, Дашковых и інших шляхетных родов. Формирование книгосбору отбывалось несколько десятигодий. И оно начиналось первым поколением. Князем Иваном Федоровичем Паскевичем и его женкой Елизаветой Алексеевной, и она же Грибоедова. Крыницы пополнения библиотеки были самыми разными. Книги отремливали удары, набывали у крамах, купляли у інших особистых библиотеках. Часом книги поступали в библиотеку у якости военных трофеев. И все же это был не той книгосбор, об яким говорка. Наяснейший князь Варшавский амаль увесь час находился у Польши, тому и надавал гомельскому маёнтку меньше уваги. Зусім іншая справа – другое поколение Паскевичев. Сын фельдмаршала Федор Иванович и его жонка Ирина Ивановна, народженная Воронцова-Дашкова, узялися за справу у сур'ёз. Менавіта з іх імёнамі варта звязваць стварэнне ў Гомельскім замку бібліятэкі ў акадэмічным сэнсе гэтага слова. В одной из варшавских мастерских для уже имеющихся книг и новопоступающих книг были заказаны специальные переплеты с золотым тиснением. После смерти Ивана Федоровича в Гомель была привезена и библиотека из Варшавы. Это 31 ящик с книгами. Большая концентрация книг во дворце привела к необходимости организации библиотеки и систематического каталога. До революции 1917 года библиотека насчитывала более 20 тысяч книг. А после революции все имущество, в том числе и библиотека, было национализировано. Колоссальный ущерб нанесла Великая Отечественная война книжной коллекции князей Паскевичей. Как и имущество, книжная коллекция вывозилась в Пензу. К сожалению, вернулась только незначительная часть. Также часть книг попала под бомбежку. В настоящее время библиотека Паскевича насчитывает 868 книг на русском языке и 5384 экземпляр книг на иностранных языках. Это известные авторы того периода художественная литература, прижизненные издания автора, книги 16-17 веков, также книги 19-го начала 20-х. Сядзібныя бібліятэкі збіраліся, бывала, не адным пакаленнем уладальнікаў. Таму тэматыка кніг была разнастайнай. Яны змяшалі і рэдкія выданні, і каштоўныя рукапісы, і унікальныя фамільныя архівы. Шмат было кніг на англійскай, нямецкай мовах і асабліва на французскай.
Уваги заслуговывая библиотека графов Чернышовых. У 1774 году господаром Чачерска стал первый белорусский наместник и генерал-губернатор Могилевской губернии Захар Чернышов, уладальник вялизной библиотеки. Его потомки и продолжили книгосбор. Есть меркование, что Чернышов имел агульных с Пушкиным продков со старожитного роду князю Ржевских. Не выключают доследчики и такого варианту подей, поводле якого Александр Пушкин, вертающийся с паўднёвай ссылки, мог не только проезжать праз Чачерск, але и наведать свояков. Чернышовы были высокоадукованными и культурными людьми. При своей сядзібе створили музычный театр, за их кошт у Чачерску и Павети были открыты школы и училище. Чернышовы собрали богатейшую библиотеку, у якой можно было знайсти литературу по всех галинах ведов. На книге наклеивался экслибрис с гербом Чернышовых и надписом «Чачерск». На жаль, гэты книгазбор хутчэй за ўсё загінуў, бо экслібрыс вядомы бібліяфілам толькі ў некалькіх экземплярах. Буйнейшими землеуладальниками на Наравляншине были браты Горваты. Яны неухильно пошарали свои обшары, набывающие землю и вёски у інших помещиков. Горваты собрали уникальную по тых часах библиотеку. Усе шафы были заполнены 20-тысячным книгосбором, переважно с 18 и 19 стагоддзяў. Тут были книги по истории, этнографии и археологии Польши, Беларуси, Литвы и России. Адукованные господары робили спробы скласти каталог и систематизовать книги библиотеки. Але не все планы магчыма было реализовать. У час Другой Сусветной войны фашисты перекопали увесь Наравлянский парк у пошуках скарбов, але ничего не знайшли. Ось коли б яны мели зносины с немцами Першей Сусветной, доведаліся б, что яны сами дозволили Эдуарду Горвату звозить усё, что ён только зможа. Перш чем выгнать человека з яго родового гнезда, яны чакали, покуль той речи збяре. Эдуард не был дробязным человеком. Целый паром ён нагрузил меблей, картинами, книгами. Некольки месяцев паром бадзяўся по водах то Припяти, то Дняпра. И все было бы добро, калиб не вялизный пень айсберг, на який паром Титаник одноечно натыкнулся. Картины, коробки, кордонки, все потонуло. Наравлянские скарбы спочивают на Днепровском дне. Улишить каштовности, якие стратила наша земля, уже немагчыма. Многое загинуло у полыми войнов. Что не сгорело, разошлось по свете, а село у музейных коллекциях и библиотеках разных краин. Архаичные обрады у живым бытованием. Такое не часто сустренешь у наши дни. А лишь такие места есть у нашем крае. Сегодня мы приехали у вёску Столбун Ветковского района, где что год проводится уникальный обрад пахавання стралы. Вельми цікаво, что и у 21-м стагодзе мясцовые жыхары верят у его магичную силу. Добрый день! Добрый день! Скажите, как давно в вашей вёсце стралу хавают? У нас страла появилась, деревня Столбун, и появился этот праздник. И вот мы его всегда традиции подчиняемся. Ну, шесть. Ну, вознесение называется, а это шесть. На шестой неделе в четверг. Для чего это робится? Ну, так, чтобы гром не побивал ни людей, ни хаты не палив нам. А как начинается обряд пахавання стралы? Начинается обряд. Мы с разных концов вёски собираемся каля раскресов. Это на перекрыжованиях улиц. У концы, на тым краю вёски, на тым. Там вводим карагоды. Потом собираемся усі у центр вёски. И у нас получается великий карагод. Вводим этот карагод, а потом идем усе ужито. Пришли ужито, спеваем песни, кажем, пошел Господь на небеса и потянул наше жито за колоса. Это как был добрый урожай, как не было маланок, как не было никаких стихийных бедствий у нашей вёсцы. Вот это связанный этой урожай. Как усе были здоровы, не только у нас, а у всей краине и во всем земным шаре, мы так думаем. Обрад пахавання стралы дайшоў до нас з глыбінь стагоддзяў. Як сцвярджаюць навукоўцы, у свой час ён быў неад'емнай часткай абрадавага жыцця ўсяго ўсходняга Палесся. Сёння ж у нашым рэгіёне ён захаваўся пераважна на Веткаўшчыне. Мэта абраду тлумачаць мясцовыя жыхары, абараніць вёску ад небяспечнага агню маланкі і папрасіць дажджу на новы ўраджай. Цікава, што ў абрадзе ўдзельнічаюць толькі жанчыны.
У нас у традиції прийняти такий приклад, як подобне викликає подобне. Тобто жінка, яка народжає, яка плодовита, вона так само повинна узмацнити цю землю. І тому з кожних кутків ніби речка зливалася ось у центр вёски, гэта страла. Всі жінки бралися за руки, фіксують, хто і 7, і 8, і 10 ось гэтых строл, які сходилися у один самый головний пункт. І тут робився один самый великий карагод. Гэта такая своеасаблівая концентрація усёй эмоцій усіх жанчын, карагод, кола, якой вадзілася. І пасля гэтага жанчыны, сабраўшыся, зноў-такі у шыхты доўгія, і яны ішлі ў другую вельмі важную абрадавую кропку, гэта поле. І, ў прынцыпе, усім абыходам вёскі з карагодамі жанчыны выводзяць гэтую стралу, таму што яны нават самі сябе асцыявалі з гэтай стралой. То бок, а калі пытаеш, а як вось выйшлі? Яны кажуць, стралой ішлі. То бок, яны сябе ўсведамлялі як частку вось гэтай стыхіі, маланкі, якой яны выходзілі з вёскі. Стрельная процессия с отповедными песнями урешти подыходит до житневого поля. Тут так само водят карагод, после чего удельницы разыходятся по житиям, каб закопать у земли разностайные речи. Гэта и своя особливая ахвяра земли, каб добро уродила, и уласна похаванне стралы. Перехрестилище, даем земле гроши, чтобы был урожай хороший. И где большой колосок, там будет жито мешок. Ведаю, что коли хавай стралу, загадываю жадание. Обов'язково. Жаданні загадують у житті різне. У кожного жадання своє. Бували випадки, коли нам розказували люди, що загадували жадання, вони сповнялися. У нас такий ось добрий колектив. Ми загадуємо жадання, каб ми ще довго-довго співали, каб ми були всі здорові. Бачите, які чудові у нас дівчини. І прынёсшы пэўную ахвяру гэтаму полю, гэта і час, і спевы, гэта і жаданне жанчын, бо кожны прыходзіць туды са сваім жаданнем. Апошні карагод заводзімся ў тым жа жыццёвым полі. Ось гэта рэпрадуктыўная функцыя жанчыны і функцыя поля, зноў-такі нараджаць, яны вось тут сустракаліся. І песні самі, яны не проста там пяюцца там у землю альбо ў бок, яны з такім кароткім завыванням, можам нават сказаць, у неба высока, бо вось гэта гу, якое высока працягваецца, і словы, якія нібы не даказваецца, то бок співаецца радок, пасля наступны не даказваецца, і вось гэта гу, яно нібы суадносіцца да таго, хто зверху назірае за гэтым. Наприкінці абраду його удельники зривають по 9 житньових колосків. Лічиться, що вони стануть оберегом жилля від маланки, а так само принесуть господарам щастя і добрий урожай. До речі, опошньому содійнічає і удел у фінальній частці абраду діток. Вакул їх водять карагоди, підкидують у гору. Як росте дитя, так і жито буде колоситься. Каб паудзельнічаць ва унікальным абрадавым дзеянні, у Стаўбун і суседнія вёскі прыязджаюць этнатурысты з усіх куткоў Беларусі. Лідар музычнага фальклорнага калектыву Ігар Архіпаў стралухаваў ужо не адзін раз. І сёння ён, чалавек сучасных поглядаў, з упэўненасцю сцвярджае: прырода на абрад адклікаецца. Ён не толькі бачыў гэта на ўласныя вочы, але і зафіксаваў на відэакамеру. Вельмі ўразіла ў абрады гэта водгук прыроды на тое дзеянне, якое адбывалася. Калі склаўся вялікі карагод у цэнтры вёскі, то я ўбачыў, як стала, ну, сцямнела, і падняўшы камеру, я засняў той момант, як збіралася хмара над удзельнікамі карагоду. Гэта было, ну, вельмі бачна. А мы сутыкаемся з гэтым заўсёды, калі спяваем абрадавыя песні. Зараз ўжо я такі падрыхтаваны ў гэтым, і был такі момант, калі мы, напрыклад, у тым жа годзе, у 2013 годзе, паехалі на здымкі відэароліку на песню «Разбушуйте-ка, ветры буйныя». Гэта песня тоже са стралы. Вось, мы прыехалі, было добрае надвор'е, сонейка. Вот, ветра амаль не было. Вось, але калі мы пачалі спяваць, выконваць гэтую песню,
Раз несколько хвилин ветер стал взмацняться, и после там на протягу остатних часов и он не унимался. Об тем, что проведенный по всех правилах обряд похования стрелы сапраўды магичное действие, свечат и удельницы фольклорного коллектива «Стаубунские вечерки». Рассказывают, что навод стрельные песни у день обраду гучать не так, как подчас выконания на сцене у иншие дни. До речи, миновито коллектив «Стаубунские вечерки» и его керавник Светлана Парашенко являются основными инициаторами и продолжальницами похования стрелы у вёсцы Стаубун. Однако за дальнейший лёс обраду делятся женщины. Им неспокойно. Маленькие дети до нас долучаются. У меня есть фольклорный коллектив «Спадчина», которые чекаются этими обрядами и песни спевают, я их учу. А насколько это они потом сохранять, мы же этого не ведаем. А ну так, молодь, которым по 15, по 17 год, у них уже другие интересы. И все же думается, что обряд будет ладиться и праз 10 годов, и праз 20. Повесть поколения не спынится. Тем более, что эта традиция нашла поддержку не только сярод мясцовых жихаров, але и на державном узровне. Дякую вам за цікавую гутарку и за то, что заховываете народные традиции продков. Будем заховывать. Кольки будем жить, обрат гэты будет у нас дзейнічаць. Ну, за гэта приезжайте. Гэта на ушэсце. Кожный год гэта проводится и еще будем проводить. Усіх ждем, запрашаем у гості до нас на абрад. Абрад пахавання стралы унесены ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Республіки Беларусь. Ён звязывае нашу сучаснасць з сівой даўніной. Гэта сапраўдная каштоўнасць зямлі беларускай. А колькі іх яшчэ, такіх жамчужын у нашым краі.